Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Коллекторы стали вежливее, так считает руководитель группы «За права заемщиков» ОНФ Михаил Никитин. За последний год в Кировской области, по его словам, не зафиксировано таких ситуаций, как заклеивание замочных скважин в квартирах должников, развешивание их фотографий по подъездам и по дворам. А вот число звонков после введения закона о коллекторах не снизилось. Правда, от фраз «заставим отрабатывать» или «а вы внучку встретите из садика, потому что может не дойти», коллекторы перешли к другим. Все ли у вас хорошо, нет ли причин для ухудшения здоровья? Сейчас в Кировской области легально работают 3 профессиональных коллектора, 1 местный и 2 иногородних, однако существует и нелегальный рынок. Программа «Экономика». Муниципалитеты получат гранты за рост своих доходов. В правительстве разработали новый порядок стимулирования местных властей. На гранты смогут претендовать районы, которые обеспечили рост налоговых поступлений на уровне, превышающем инфляцию. Деньги получат не более 10 самых успешных. Учитываться будет работа по сокращению долгов по налогам, по увеличению числа тех, кто платит по патенту, по росту фонда оплаты труда, снижению неформальной занятости и ряду других критериев. Поддержка из бюджета будет распределяться по итогам финансового года. Суммы на гранты пока не называются. Экономика на 101 FM. Кировские аграрии увеличили объемы продаж. Молока отгрузили больше на 15% по сравнению с 2015 годом. Скота и птицы на 7%. Об этом сообщает Кировстат, где подвели итоги 2016-го. По данным ведомства, выращиванием картофеля и овощей в регионе занимается все меньше организаций. Но, несмотря на это, хороший урожай картофеля позволил увеличить отгрузки на 16%, по овощам снижение на 40%. В завершение валютах официальный доллар сегодня 56,52, курс евро 62 рубля 95 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.